Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Томас, и сегодня мы поиграем с вами в PlayerUnknown's Battlegrounds. Очень давно, ребят, у нас не было PlayerUnknown's Battlegrounds, и стримов по ней не было, а видео, в принципе, вообще, по-моему, по ней не было, поэтому это можно считать самым первым видео по PlayerUnknown's Battlegrounds на канале. Я знаю, ребят, что очень многие из вас хотят видеть эту игру у нас на стримах, но пока что не получается, пока что мы проходим другие игры, ребят, и пока что я подумал, пока мы проходим другие игры, очень много слова «пока», я это знаю, пока мы проходим, короче говоря, другие игры, я думаю, можно, в принципе, позаписывать видео по PlayerUnknown's Battlegrounds на канале, вот. Так что, если вам понравится это видео, ребят, и если вы вообще хотите больше PlayerUnknown's Battlegrounds, ставьте лайк, я все это пойму, и вот, и поэтому и пишите еще в комментариях, вот, пишите что-нибудь типа «Воу, йоу, PlayerUnknown's Battlegrounds, клево, Томас», там все дела. Короче, и я, да, я тогда пойму. На самом деле, я очень давно уже видео, ребят, не записывал какие-либо, поэтому сори за какой-нибудь тупняк или типа того, потому что я, правда, я просто забыл, как это делается на самом деле. Типа, чё нужно говорить, блин, что я тут делаю вообще? Охренеть. Сколько оружия? Быстрее бери, быстрее 5.56, забирай все это говно. Так, не знаю, от первого лица или не от первого лучше быть. Слушайте, а давайте я, наверное... Хотя нет, все-таки дробовик я оставлю. Окей, нужно найти прицел, я думаю. Здесь сейчас со мной рядом высадилось 4 человека, друзья, поэтому сейчас попытаемся их грохнуть. Офигеть, сайга. Нахрен этот дробаш? Берем сайгу. Серьезно, блин, нахрена нужны дробаши, когда есть сайга? Скорострельная, мощная, точная. Точный дробовик, я хотел сказать, а не точная. Так, не хватает места. Рюкзак тут был? Что-то я его пропустил как-то. Так, пока что возьму, наверное, эту пушку. Не хватает места, блин, на патроны. Для дробаша не хватает места, понимаете? Дробаш — это очень важная штука. Поэтому, когда не хватает места для... Голографический прицел. Черт, места не хватает. Подождите. Нужно что-нибудь выкинуть. Нахрена нам? Окей, на М-ку. Конечно, на М-ку цепану. Все, и в принципе, ребят, побежали, наверное, в город. Где мы сейчас находимся? Мы с вами находимся в Георгополе. Вот. Поэтому нужно, я думаю, сваливать отсюда как можно быстрее. Хотя здесь очень много лута в домах. Так-то пока есть время, давайте полутаемся, наверное, все-таки. Все-таки. Возможно, найдем тут рюкзак, возможно... Да невозможно, а 100% найдем тут рюкзак, чтобы в него положить все патроны, которые мы найдем на дробаш. Потому что без патронов на дробаш бегать тут вообще нет смысла. Че это 15 патронов у меня, блин, сейчас в сайге, и что я с ними сделаю вообще? Да. Такие вот делюги, чуваки. Ой. Опаньки. Скарище. Слушайте, давайте я лучше скарище возьму. Серьезно. Лучше я возьму скар, друзья. Это будет намного круче, чем... Ну, в общем, в принципе, все остальное. Так, забираем патроны. Чокбор сюда не поставится, значит, я его тоже выкину. А, все, в принципе. Теперь давайте сваливать. Сейчас я поставлю прицел от этой сайги на этот скар. И можно валить, друзья. Можно валить. Хотя, все-таки я рюкзак-то не нашел. Какая у нас задача была? Внимание, началась красная зона. Так быстро? Чё? Окей, ребят, не, вне зависимости от того, получится у нас сейчас выиграть или не получится. Наверное, все-таки я выпущу это видео, потому что видео — это видео, друзья. Что за хрень я сейчас сказал? В смысле, я просто, правда, очень-очень давно никаких видео не выпускал. Я думаю, что очень хорошо будет для всех нас, если будут выходить видео по PlayerUnknown's Battlegrounds у нас на канале. Чтобы вы не скучали, те, кто ждет. Я знаю, что очень много людей ждет PlayerUnknown's Battlegrounds. Поэтому, чтобы вы, ребят, те, кто ждет PlayerUnknown's Battlegrounds, не скучали, смотрели видео временами. Вот, и поэтому я думаю, это будет очень круто. Вот такие дела. Вон на ту школу, кстати, очень много народу. Вон туда вот приземлилось. Очень много просто. Я не вижу, чтобы здесь были двери открыты, поэтому плевать вообще. Хотя, стоп. Стоп. Окей, смотрим по сторонам, друзья. Нам жестко нужно забрать этот багги. Прям жесточайшим образом. Иначе мы отсюда не выберемся. Нет, выбраться-то мы выберемся, но, блин,
Все-таки это баги, друзья. Машина нужна, чтобы добраться до зоны. Чтобы где-нибудь засесть или типа того. Хотя нам еще нужно выбрать, какую тактику мы будем использовать, друзья. Тактика. Это очень важная штука. Так, просто по дороге, в принципе, едем. Окей. Все, больше нам ничего не нужно. Там мотыга стоял, конечно, я мог на мотоцикле погонять, но я не хочу. А еще там чувак какой-то. Ёб твою мать, только не перевернись, пожалуйста. Слышь, ты какой-то меткий очень. Какой-то прям чересчур меткий мужик. Твою мать. Уезжай. Все, он на одиночные патроны поставил. У него, по-моему, М-ка или типа того. Фух. 66 человек еще. Это очень много, друзья. Это очень-очень много. Сволота, блин, а. Ладно. Это, ребят, не последний чувак, на которого мы сегодня с вами нарвемся. Я думаю. Особенно потому, что мы на машине. Это сейчас очень громкое дерьмо. Так. Мост. Нужен мост, но, блин, возможно, тут засада будет. Это плохо. Ладно, просто попытаемся побыстрее отсюда свалить. По дороге, ничего страшного. Окей. Окей. Фух, черт. Так, по-моему, там еще чел бежал. Это, по-моему, да, это у нас сейчас рожок будет. Зона у нас сужается, наверное, опять где-то в починках. Хотя, возможно, вот здесь вот будет сужаться где-то. Где-то между этими городками. Поэтому, наверное, есть смысл сейчас, ребят, бросить машину. Есть смысл бросить... Твою мать. Что это у нас здесь? Ух ты, карабин. Блин, наверное, стоило его взять. Но я не буду. Я не буду, друзья, потому что, блин... Ну, у меня сайга... Я не знаю, я не хочу использовать сейчас карабин. Хотя, блин, это же снайперская винтовка, твою мать. Это же просто сна... Из меня дерьмовый снайпер. Окей. Вот и решили. Вот и решили. Не, реально, из меня очень-очень дерьмовый снайпер, друзья, поэтому я не буду этого делать. Поэтому я лучше просто посмотрю, что тут есть в домах. Еще, кстати, прицел красный коллиматор возьму-ка. Я его, пожалуй, и поставлю на сайгу. Окей. Блин, где-то здесь была война рядом. Очень рядом. Очень-очень рядом, дорогие друзья. Так, отлично. Здесь никого. Можно, наверное, тут переждать. Баллистическая маска. Просто шикарно. Шлем, который не так сильно отражает свет. Неплохо, неплохо, ребят, мы тут устроились пока что. Но вот куда будет сужаться зона? Вот в чем вопрос у нас. Вот в чем вопрос. Рюкзак. Рюкзак второго уровня. И все, и шикарно. Взяли на сайгу патроны. Охрененно. Не, ну сюда по-любому кто-то должен бежать сейчас. Просто по-любому. Возможно, стоит посидеть и переждать, друзья. Блин, мне правда очень интересно. Хотя, наверное, все-таки можно смело уже. Слышь, муха, полегче, блин. Можно смело, ребят, сваливать. Нужно захилиться чуть-чуть. Слушайте, у меня же даже нет ни энергетиков, ничего такого. Хреново дело. Но зато выглядит мой персонаж просто охрененно. Тык-тык-тык. Так, это первого уровня рюкзак? Нет, у меня уже второго, так что... Плевать вообще. Окей. Во, у него уже аптечка. Двухкратный прицел, более утоляющая. Вау.
Вау, нет, АКМ я не буду брать, друзья. Хорошо, у меня сейчас другая тактика будет. Совершенно другая. Малая аптечка, она до 70%, до 75% останавливает, поэтому я приму более утоляющее. Более утоляющее и энергетик. Да хотя, наверное, просто более утоляющего. Этого будет достаточно. Подожди, а здоровье будет восстанавливаться или нет? По-моему, да. Так, ладно, как насчет прицела вот такого вот двукратного? По-моему, так будет круче. Потом, когда убежим на дальняк, уже будем использовать прицел X4. Так, кто-то едет, подождите, тихо. По-моему, он мимо проехал. Черт, как страшно-то, ё-моё! Но знаете, программу минимум мы уже с вами выполнили, то есть мы убили одного чувака. Этого достаточно. Хотя бы в топ-50 войдем, будет уже круто. Даже очень. Слушайте, какой классный прицел. Его добавили, пару недель назад, наверное, в обновление. Но он такой клевый. Прям вообще. Все, ладно, надо бежать. Куда нам бежать? Правильно, в ту сторону. В ту сторону... А, ну подождите, у меня же... Ладно, в жопу баги. В жопу баги. Хотя, блин, на самом деле не в жопу баги. Тут такие открытые пространства, что это пипец. Это самоубийство бежать здесь просто так пешком. Ну ладно, пофиг, плевать. Мы с вами побежим. Мы с вами побежим. Уберу я пушку, пожалуй. От тех домов хочу держаться подальше. Потому что никогда мне в тех домах не прет. А вот в этом доме может кто-то засесть. Хотя, знаете, блин, это же такая игра, что тут везде кто-то может засесть. То есть абсолютно везде лучше держаться от всего подальше. Что бы ты ни видел, пусть это будет закрытая дверь, ну, то есть дом с закрытой дверью. Но, блин, возможно, там уже есть человек, возможно, там уже 3 трупа. Твою мать, снайперка! Вау! Чего-чего, но снайперку я тут не ожидал. Кто-то прыгнул. Кто-то спрыгнул, ребят. Слышали звук? Либо это кто-то спрыгнул, либо этот тот снайпер просто стрельнул и... Нет, здесь кто-то есть. Здесь 100% кто-то есть. Сто процентов. Твою мать, а. Хорошо, это рожок. Ребят, нам придется через весь город пробегать, чтобы бежать в сторону. Хорошо, просто, короче, давайте немножко подождем. Немножко посидим, потусим здесь. Если что, как двери открываться будут, мы увидим. Но он просто здесь, я чувствую его. Я жопой чую, что он где-то рядом. Он сверху. Черт возьми. Слышали? Слышали, да? Так, ладно, сейчас он побежит. Будем терпеливей, друзья, будем терпеливей. Хотя... Ну, в принципе, нормально, нормально. Будем терпеливей, короче, и подождем, пока он спрыгнет. Пока он допустит ошибку. Этот ублюдок. Ведь вся эта игра складывается на твоем умении пережидать. На твоем умении использовать ошибки других людей, чтобы убить их. Черт возьми. О, мэн. Потная катка. Так, давайте потихоньку к двери полезем. По-моему, так слышно не будет, насколько я знаю.
Так, ограничение игровой области. Хорошо. Все, зона сейчас полезет. Но я подожду, я пережду, потому что он 100% здесь. Слышите, да? Я вот только не знаю, он на улице или... Или это он сверху по ковру лазает. То есть, по-моему, по ковру такие же звуки, как и по песку или типа того. Черт, сволочи. Красная зона — это очень плохо, друзья, потому что сейчас ни я его не слышу. Хотя, она может сыграть мне на руку. Так-то, по идее. Он на втором этаже. 100% сволочь такая сидит на втором грёбаном этаже. Тварь. Я сейчас сливаюсь с этими бочками, поэтому. Ну, сволочь ты такая, покажись. Ну, покажись же ты. Как насчет убежать в тот ангар? Черт, плевать! Окей. Окей, все норм. Но он 100% здесь. 100% ублюдок сидит в том доме. 100%. Просто даже 250%. Хотя, возможно, он тоже свалил, когда красная зона пошла сужаться. Возможно, друзья. Возможно и такое. Что будем делать дальше? Хорошо. О, ёб твою, а как далеко-то зона? 2 минуты у нас есть, чтобы туда добраться, друзья. Она очень далеко. Эйрдроп плевать вообще. Надо как-то стороной город оббежать. Да еще такой стороной, чтобы меня никто не увидел. Черт, это очень сложно. Опаньки! Машина едет. Машина сейчас по спуску поедет. Или не поедет по спуску. Опа! Нет, это куст. Это всего лишь куст. Грёбаная графика. Один раз попал. Всего один. Из кучи возможных. Но я, ребят, говорил вам, что мой скилл растерялся полностью. Те 6 побед, что я одержал, это очень мало, во-первых. А во-вторых, это было очень давно. А, твою мать! Сок оленей, подливы, блин. Где-то есть. Мне кажется, ли он где-то здесь? По-моему, звуки были из-за того забора, вон, вот куда я сейчас смотрю.
прямо. Но это не точно. А еще зона сужается. Ага, он в доме. Опа. Еще один. Твою мать. Окей, минус один. Черт возьми, зона! Аптечка, быстро! Быстро используй, пожалуйста! 6 секунд, твою мать, как это много! Давай, 75%! Давай, давай! Есть, есть! Быстро, энергетик, быстро, подождите! Ох, твою ж мать! Да давай же ты уже... Энергетики, бинты, аптечки, все, подобрал нахрен, бежим отсюда. Там был уровень третий, жилет, но, блин, плевать на него вообще. Абсолютно и полностью плевать, ё-моё. Фух. 26 человек осталось. Я вот только не видел, он, вот этот чувак, которого я убил, он убил ли того, на которого я охотился, который в доме сидел? Мне что-то кажется, что нет. Возьми, и машин нет поблизости, понимаете? Это просто супер невыгодно сейчас. Ёб твою, как далеко. Как же далеко. Дорогие друзья. Я не знаю, смогу я добежать или нет. Это очень потная катка. Сейчас я использую аптечку, хорошо. Потом использую энергетик. Нам просто нужно забежать вот за вот эти вот дома, которые справа, видите, справа от экрана сейчас. Сейчас более утоляющая, энергетик. И все будет ништяк. Давай, 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 юзайся, мать твою! Есть, все. Возможно, кто-то специально сидит в этих домах и караулит. Блин, я, понимаете, даже не знаю, куда бежать. Возможно, лучше в лес. Побежали-ка в сторону леса. Я не знаю, правильно я действую сейчас или нет, друзья. Но что-то мне подсказывает, что нужно... Вот просто... Жопа мне подсказывает, что нужно в лес бежать. Понимаете, моя жопа обычно меня не подводит. Поэтому я прислушаюсь к ней. Черт, зона опять сейчас сужаться будет. Ёб твою мать, а. 2 секунды, 1. Я просто не успеваю. Это просто погоня за счастьем, понимаете, какая это? Так, хорошо, еще одна аптечка. Давай, давай, давай. О, ёб твою, как больно сейчас-то бьет зона. Как больно она сейчас бьет, друзья. Машины нет? Нет машины поблизости, че за говно? А, нет, слушайте, не так уж далеко нам бежать. Успею. Успею, все. Все хорошо, просто за холмом война идет. Уже топ-20, друзья, это супер клево. Это супер клево. Топ-20, это уже хорошо. Сейчас просто лягу в куст и буду лечиться. Просто. Просто я хочу лечиться, господи боже. Я хочу, чтобы мне было хорошо. Я хочу... Чтобы зона меня не била своим током или чем она там нахрен бьет. Есть все. Господи боже. Да, я сейчас не осмотрелся, но у меня машина. Я не слышал, чтобы машины ездили здесь сейчас, пока я бежал, поэтому я прихожу к выводу, что эта машина здесь уже давно. И, возможно, ее хозяин где-то здесь и тусит. Долбанный говнюк. О, господи боже.
твою мать, ну блин! Какого хрена? Я думал, он меня не увидел! Твою мать, надо было за... Надо было лезть за дерево, просто за дерево, ё-моё! Капец, я еще тоже не сразу понял, что там кто-то есть. Я хотел сам туда побежать за то дерево, потому что там, блин, выгодная позиция, супер клевая. Фух. Ладно, ребят, первая катка за несколько недель. 18-й номер. 2 убийства. Я думаю, мы вполне с вами неплохо сейчас сыграли. Так что, ребят, если вам понравилась эта катка, если вы хотите больше PlayerUnknown's Battlegrounds на канале, то подписывайтесь, нажмите на колокольчик, не забудьте, поставьте лайк, друзья, и зовите своих друзей, чтобы вместе с ними смотреть видео и стримы на нашем канале. Спасибо, друзья, за просмотр. С вами был Томас. Надеюсь, вам все понравилось. Все, давайте, ребят, счастливо и до следующих видео. До следующих видео.